подходит к концу, завершению учебный год. Подводят итоги работы ученики и преподаватели. И не только в общеобразовательных заведениях. Наш следующий сюжет о закрытии сезона в отделении спортивного танца ДЮСШ города Мирного. В этом учебном году воспитанники завоевали 49 медалей на соревнованиях республиканского, регионального и российского уровня. У Миланы Фаткулиной сегодня первый экзамен. Девочка вместе с другими малышами показывает все, чему научилась в школе танцев. Хрупкие, по-детски неуклюжие, они делают еще первые шаги, но довольно уверенно. И программа выступления не шуточная. 6 танцев. Такое ощущение, что я сам перетанцевал все эти танцы, но действительно это очень тяжело для маленьких детей. По 3, по 6 танцев танцевать практически без остановки физически. Это даже взрослый не каждый сможет. Но они вообще замечательно справились, молодцы. Самба, румба, вальс – это уровень детей постарше. Легкость, грация, задор и уже в их исполнении зажигательный джайв. Между конкурсной программой выступления шоу-группы «Диаданс». Они в 2017-м стали победителями российского турнира. Мы ездили на разные фестивали, побеждали, участвовали в «Мирный поет о мире» и там тоже выиграли. Мы очень рады. Спортивная школа танцев Мирного вышла на качественно новый уровень. Она одна из ведущих в республике. В турнирной таблице Якутии наши пары занимают призовые места, а молодежным точно нет равных. Мирнинская школа спортивного танца, она одна из ведущих в нашей республике Саха-Якутия. И, естественно, ее позиция очень крепко в турнирной таблице, если рассматривать в разрезе нашей республики Саха-Якутия. Лучшие в республике, лучшие в России, лучшие и на международных турнирах. Воспитанники Татьяны Концур, Захар Скрыльник и Алексей Поцилов представляют Россию за рубежом. Но мы-то еще помним, когда они танцевали у своего первого наставника. Мирнинская школа спортивного танца, равно как и шоу-группа «Диаданс», это уже своего рода бренд. Показатель качественной работы педагогов, детей и родителей. На их концертах всегда аншлаги. Все постановки срывает шквал аплодисментов. Научить танцевать, по словам Татьяны Концур, можно любого. Было бы желание. Яркое тому подтверждение – финальный хип-хоп от хобби-класса. Наталья Николаева, Тимур Шерыжик, телеканал «Алмазный край».